Здравствуйте, уважаемые друзья! Вечер, за бортом минус 1 градус и маленькое, но важное видео. Видео касается той темы, которую мы обсуждаем всю эту неделю, связанная с иммиграционной реформой в провинции Квебек, а именно изменения в программе «Experience Quebecois». Собственно, что произошло? Буквально минут 20 назад министр иммиграции в своем твите объявил о том, что он вводит мораторий на эти самые изменения в правилах, потому что, собственно, его очень сильно, так сказать, покорили и, не знаю, убедили, внушили ему необходимость этого шага все те переговоры, все те комментарии, замечания, которые он получил в течение этой недели. Вы помните, да, были парламентские слушания, были слезы в парламенте. Сегодня была разгромная статья, которая показывает, что многие, ну не многие, но некоторые профессии, которые указаны в листе профессий для получения, для, после окончания которых ты имеешь право получить сертификат отбора провинции Квебек, эти профессии не существуют уже некоторые полгода, некоторые несколько десятилетий. В частности, меня убила история с тем, что, оказывается, когда-то, несколько десятков лет назад в университетах Лаваль и Шербрук преподавался бакалавриат, существовала программа бакалавриата для домохозяек. То есть программа бакалавриата университетская по тому, как быть домохозяйкой, как вести хозяйство, бюджет, уборка, стирка там и так далее. Вот эта программа, представляете, она, оказывается, была в списке этих самых профессий, специальностей, которые позволяли тебе получить результат отбора. А, скажем, там профессии, связанные с менеджментом, я не знаю, там с финансами там и так далее, эти профессии в списке, если мы говорим про уровни магистратуры, например, они не присутствовали. Вот такой парадокс, на самом деле, всячески, я так понимаю, нашего Жален Барретта клювали, и в конце концов не выдержала душа поэта, и он объявляет о том, что эта тема, эта история, связанная с реформой программы, самой популярной, наверное, программы на сегодняшний момент в Квебеке, она пока не работает, вводится мораторий. Так что все пока в напряжении, спим спокойно, в напряжении, потому что он сегодня расстроился, сказал, что я ввожу мораторий. На следующей неделе он собрался силами и с мыслями, через 2 недели он провел слушание, подчеркнул списки, и через месяц он сказал, что ну вот, ребята, вот вам новый список, мораторий, так сказать, снимается, список теперь актуален. Но на сегодняшний момент новости такие. Всем откланиваюсь, всем отличнейших выходных, счастливо и пока.